Привет! Вы на канале Ремонт Эксперт, и нам постоянно поступают вопросы, из чего же состоит наш дизайн-проект. И сегодня я решила вам его показать. И начнем мы с титульного листа. На титульном листе у нас есть QR-код. И это не просто QR-код. На него можно навести камеру, и у вас откроется виртуальный 3D-тур вашей квартиры. Представляете, квартира еще в бетоне, а она уже есть у вас в телефоне, прям в реальности. А для удобства все визуализации вашей квартиры, они есть в альбоме в зафиксированных ракурсах, и их можно всегда посмотреть, открыть и полюбоваться. И первое, с чего мы начинаем дизайн-проект, это планировка. Но перед планировкой мы созваниваемся с заказчиком и заполняем вместе опросный лист. Это такая анкета, в которой собраны наиболее часто встречаемые и острые вопросы, которые необходимо обсудить. И благодаря заполнению этого опросного листа мы понимаем уже основные пожелания заказчика, что необходимо учесть при разработке планировочного решения, и предлагаем три варианта планировки, из которых заказчик потом выберет один, либо мы скомбинируем в тот самый идеальный вариант. И уже на основании этого варианта мы подготавливаем первые инженерные чертежи. Это расстановка розеток, освещение, где какая лампочка будет стоять, где какая розетка. И с этими чертежами уже можно приступать к ремонту. И пока ваши строители возводят перегородки, мы приступаем к подбору чистовых материалов. И начинаем выдавать шаг за шагом по 3-4 ракурса на каждое помещение. И таким образом у вас складывается целостная картинка вашей квартиры мечты. И когда мы точно убедились, что полностью попали в ваш стиль и ваши ожидания, мы переходим к остальным чертежам. Это целый альбом технических чертежей, благодаря которым строители смогут воплотить всю задумку в реальность. В эти чертежи входят план напольных покрытий, план отделки потолка, развертки с плиткой, где показано, откуда какую плитку надо начать вообще раскладывать и какие будут стыки, а также план отделки стен и вентиляция. Но самый главный вопрос обычно у наших заказчиков, когда мы подходим к созданию визуализации, когда мы уже обсудили все картинки и пожелания, а я смогу ли это все купить? И да, сможете, потому что в конце проекта у нас есть подробная ведомость со всеми материалами, которые мы используем в проекте. Сюда входит каждая розетка, у которой прописано наименование, цвет, каждая лампочка, каждый предмет мебели, включая кровати, тумбочки. Мы все это прописываем в ведомости в конце проекта. Но, чтобы было ей удобно пользоваться, у нас тоже здесь есть QR-код. Переходим, и у нас открывается таблица, где прописаны все ссылки и стоимость. Поэтому вы точно будете знать, сколько будет стоить каждый предмет в вашей квартире. Как известно, победа любит подготовку. Так вот, наш проект — это тот необходимый набор чертежей, который позволит вашим строителям безошибочно воплотить всю задумку в реальность, а вам сэкономит время, вам не придется ездить по магазинам, подбирать материалы, и что самое главное, не возникнет потом сюрприза, сочетается ли цвет стен с цветом пола. Если у вас остались вопросы по нашему дизайн-проекту или есть какие-то предложения, что еще необходимо в него добавить, пишите в комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока!